Ребят, я к осени решила перебрать свой гардероб, и я просто в шоке, какое количество у меня вещей. Не то чтобы я это только что заметила, но серьезно, оцените масштаб. Думаю, многие сейчас такие: боже, сколько же денег она на это потратила. Но на самом деле я не тот человек, который гонится исключительно за люксом. Не болею логоманией и абсолютно спокойно одеваюсь в самые разные вещи. Часто в довольно бюджетные. Но, например, обувь я покупаю, знаете где? Если честно, то Каре. Почему там? Ну, во-первых, магазины у Каре просто шикарнейшие. Просторные, стильные, а найти в них можно все, что угодно. Приятно заходить и приятно шопиться. Во-вторых, цены в Каре действительно максимально демократичны. Плюс постоянная акция 1+1=3 на обувь и аксессуары. А также есть возможность оплаты частями. Взяла вот недавно эти кроссовки именно там. Легкие и носятся хорошо. А если вдруг что случится, у Каре гарантия аж на 180 дней. Переходите прямо сейчас на сайт и делайте заказ. А по промокоду PUSHMAN30 вы получите скидку 30%, но не более 3000 рублей. А забрать товар всегда сможете в магазинах Каре. Привет, ребята! Новый день, новый влог. Несмотря на то, что я начинаю этот влог в 7 часов вечера, представляете? Ну просто у меня вообще не было времени в другие дни и раньше начать снимать это видео. Сегодня, тем более, мы поздно встали, где-то в 3 часа дня. Ну, понятное дело, что это, знаете, не то, что я всю ночь спала и только в 3 встала. Нет, конечно, с ребенком такого не бывает. Вообще, знаете, я бывает смотрю каких-то мамочек, ну, на которых там подписано, и они там где-то отвечают, что вот, ну, ночью, типа, 3 раза просыпаемся на кормление. Я такая: стоп, а подгузник поменять? Ну, типа, кормление, подожди. Просто у нас не просто кормление, но подгузник тоже надо менять. Хотя раньше я прям вот постоянно каждый раз, когда она просыпается, я потом тащила ее менять подгузник, сейчас я так не делаю. Я думаю, что правильно, потому что это ее как бы немножко будоражит. Вот, сейчас она как будто бы спит, и я двумя руками пытаюсь открыть бутылку. Сегодня 26-е, суббота, из новостей, 16 числа мы будем крестить Анютку. Крестными мы выбрали мою маму и брата Славы Ярика. Кстати, Ярик еще не знает, что мы ему собираемся предложить быть крестным, но я думаю, 100% он не откажется. Почему будем крестить 16 числа? Потому что, в принципе, так сказал батюшка. Я, если честно, хотела пораньше, числа 11, например. Я так поняла, что как бы там не ты выбираешь, а просто тебе говорят, в какие дни батюшка крестит, и ты уже от этого как бы все и зависит. Крестить будут, получается, в 12 все начнется, в 11:45 мы должны приехать, в 12 начнется. Я, конечно же, тоже буду снимать влог с этого дня, пока не знаю как. Наверное, попрошу кого-то снимать. С другой стороны, не я буду ребенка на руках держать во время крещения, а получается моя мама, видимо, раз она крестная. Ну, короче. Но все равно. Не знаю, в общем, посмотрим, но точно хочу снимать этот момент и на телефоны, и на камеру. Еще у нас будет, конечно же, фотограф. Вот, сейчас пока решается, кто будет. Ну, я очень хочу, чтобы Настя Фет была, поскольку она подружка, и роды снимала, и все. То есть, как бы, очень близкий человек в семье. Хочу, чтобы она снимала, но у нее в этот день тоже какая-то важная съемка, типа невесту снимать. Вот, и там пока по времени непонятно, так что не знаю. У нас была фотосессия с Анюткой вместе, ну и со Славой, понятное дело. Мы ездили в студию, как раз Настя нас фотографировала. Но эти фотки вы уже, конечно, видели. Вот, просто делюсь с вами, рассказываю. Не было времени снимать ни влог, ни на телефон. Тем более, что мы опоздали на час. У нас, получается, студия была с 11 до часа, что ли. И, короче говоря, где-то с 12 до часа мы как раз снимали. Ну, мы на самом деле недолго снимали, но в любом случае, пока малыша переоденешь, сам переоденешься, плюс успокоить надо, плюс покормить грудью надо. Мы даже подгузник умудрились поменять быстренько. Вот, в целом все хорошо. После этого... А, да, это было позавчера. Вчера мы ездили по всяким делишкам нашим со Славой семейным. И после этих дел заскочили в торговый центр. Мы сейчас путешествуем, так сказать, по торговым центрам. Ну, не то чтобы прям ходим, гуляем, чтобы погулять по магазинам, хотя это тоже в какой-то степени. Но изначально смысл заезда в ТЦ — это для того, чтобы нормально, спокойно поменять подгузник ребенку, спокойно покормить в комнате для мамы и ребенка. Хотя я вот об этом поделилась в Телеграм, и мне кто-то написал, что спокойно можно ребенка покормить в машине, и поменять подгузник можно спокойно в машине. Ну, кормлю я в машине, да, 100%, уже не один раз кормила. Подгузник еще не меняла, и, честно, пока не совсем представляю, как. Ну, короче, не очень удобно, я думаю, это. Мы с вами прям давненько не виделись, я долго достаточно не снимала влоги.
у меня был какой-то не упадок сил, нет, я делала другие дела в этот момент, но просто, короче, не хотела снимать. За это время Анютка наша капец как выросла. Во-первых, с лица у нас прошли все прыщики, ну, есть чуть-чуть какие-то, но я думаю, это такие, знаете, типа мелкие, остаточные, которые сами сойдут. Единственное, что на... Ты мой шлёденький, тёсненький. Единственное, что на макушке были прыщи, и они сейчас стали желтыми корочками, плюс появились молочные вот эти корочки белые. И оно сейчас все у нас на голове. Также у Анютки облазят волосы. Линяет, можно так сказать. Короче, она прокручивает своей головой, вот так вот лежит, на спине прокручивает, и у нее уже дырка на затылке. Но на самом деле понятно, что это как бы не те волосы, которые вот волосы, я ж так кручу, у меня же волосы не выпадают. Вот, а это пушок сходит, и это, конечно, трэш. Такой она вообще дедулькой становится, с лысинками. Кочерышка наша весит уже 5 килограмм, 300 грамм. Представляете? Это просто капец. Она очень тяжелая стала. Ну, в смысле, такое, что я прям вообще в шоке. Конечно, долго, сильно на руках ее таскать тяжело. Хотя таскаю, понятное дело, Слава тоже носит. Но у Анютки сейчас какой-то интересный период. Она хочет сидеть только у меня на руках. Очень тяжело у кого-то другого на руках. Ну, вообще никак, в принципе. Единственное, у Славы еще как-то более-менее сидит. Еще потому, что у нас люстры прикольные, она на них смотрит. И может спокойно у Славы хоть какое-то время посидеть на руках. А так вообще никому не хочет, не идет. То есть до этого, ну, не знаю, это вот началось где-то, может, ну, чуть меньше недели. Я не знаю, какой-то у нее сейчас переходный возраст, может, хрен его знает. До этого она спокойно сидела и у Славы, ну не то что спокойно, конечно лучше всего и у меня, но плюс-минус спокойно и у Славы на руках была, и у Марины, мамы Славы, и у моей мамы, у моей бабушки Нади, мамы, папы моего, получается вообще мы к ней заезжали, еле-еле уехали, просто что не отдавала нам бабушка ребенка. Спокойно лежала вообще, и улыбалась, и спала, и хихикала, ну то есть вообще класс, это было не так уж и давно. Ну, как раз мы с дачи когда ехали, я тоже не снимала. Короче, как вы поняли, я давно прям влоги не снимала. Ну, для меня это прям давно. Я думаю, неделю точно, если не больше. По моим ощущениям, недели две я не снимала влоги. Я немножко от этого отдыхала, плюс я в Телеграм все рассказывала. Я подумала, что я буду сейчас влоги снимать, ничего такого прям вау не происходит. Лучше потом уже сниму, когда будет что рассказать и показать. Потом был у нас, значит, такой момент, когда у нее не было стула весь день. То есть он, короче, стал сильно реже, чем раньше. Я понимаю, что она растет и все как бы меняется. Вот, ну просто раньше это был постоянно просто, я не знаю, сколько раз в день ходила она в туалет именно по этому большому делу. Вот, и я такая, вау, какое счастье, мамина радость. А потом просто в один момент все нету, 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 нету. Но при этом писает хорошо, все в килограммах набирает. Ну то есть все норм. И нам педиатр сказал, что если трое суток нет стула, то надо воспользоваться микролаксом. Это такая вот типа клизмочка слабительная, но, слава богу, нам не доводилось ей еще ее применять, и, надеюсь, не доведется. Все наладилось, все пришло, все хорошо. И она еще сказала педиатр начать допаивать водичкой, потому что до этого мы не допаивали, только давали укропную воду, типа в ложечке, там раза 2-3 в день. Вот, ну, может быть, этого и плюс-минус хватало. Ну, короче, по поводу воды, это тоже такой трэш. Это, знаете, как еще одна тема, как открыть портал в ад. Давай поболтаем. Свежеиспеченный отец. Горячая мамка. Блин, ты, кстати, во влогах моих совсем не участвуешь. Зачем? Не знаю, люди скучают. Напишите в комментариях, как вы скучаете. Мне пучок только не порти. Извините. Он у меня, видишь, какой длинный. Мы со Славой собираемся, ну, может, не отдельное видео снять, а в рамках влога поболтать по поводу партнерских родов. Я думаю, отдельное прям с ним. Да ну! А что тут? Свет ставит. Поставим свет, все по Никто красоте. Не оценит, да, ребят? Скажите, вам пофиг. Напишите в комментах. Ну, собственно, как дела? Че новенького? Так вот, что-то с Анюткой меняется. Она растет, и сейчас у нее какой-то любопытный возраст. Она хочет быть только с мамочкой, она очень часто просит грудь. То есть до этого как-то, знаете, я еще подумала, что это такое? Говорят, обычно дети на грудях висят. Ну, типа, мне показалось, что не так уж много она висит. Я подумала, может быть, из-за того, что мы ей даем соску, пустышку, она ее любит, и все хорошо. Просто на пол поставь. Капец там одежда. До хера. А, про стул мы говорили. В общем, мы начали допаивать ее водичкой. Сначала из бутылочки Avent.
У нас, кстати, Philips, вот эти сосочки, офигенные пустышки, она их прям обожает, любит, прям наши любимые. Да, это мой глазик. Сначала мы взяли такую бутылочку, она еще, знаете, какая, типа антиколиковая и с месяца. А Нютке вообще она не зашла. Ну, то есть по этой штуке даже видно, что она даже и мне бы, наверное, не зашла. Потому что она очень такая тугая, вообще не похожа, например, на сосок. Ну, то есть, короче, какая-то не зашло нам. Вот, и Карина посоветовала, и нам, кстати, в роддоме, господи, как хорошо, что нам подарили такую штуку, потому что реально я уверена, что одна из лучших бутылочек, мне так кажется, вот эта вот Pigeon, которая, Pigeon. Вот, и мы, короче, решили через эту бутылочку давать Ане воду, буквально совсем чуть-чуть, там, не знаю, она, короче, ту не сосала, этот Pigeon тоже не сосала нифига. Так просто, типа, в рот ей кладу, там же по капельке чуть-чуть медленно капает, если, ну, бутылочку перевернуть, но она как бы не сосала ее, чтобы вот прям глоток сделать, но просто думаю, хоть пару капелек, ну, типа, что-то, и она начинала плакать, ну, типа, ей, как будто ей тухлый носок сую, не нравилось ей, да, не нравилось. Представляете, вчера она начала сосать эту бутылочку, то есть она так чуть-чуть прям... Ну, короче, просто начала, и я вообще в шоке. Не то чтобы, знаете, я такая радуюсь, типа, ура, теперь мы будем бутылочку всегда давать. Во-первых, чего хорошего? Это значит, что я плюс-минус спокойно могу сцедить молоко, оставить бутылочки, и ребенок точно через бутылочку возьмет, будет пить молоко. Если уж она воду пьет, а вода для нее вообще, по сути, беспонтовая, непонятная жижа, это же не молоко вкуснейшее, сладенькое, мамина. Кстати, я до сих пор еще не пробовала свое молоко, и капец как стремаюсь, не знаю, от одной мысли только блевать охота, если честно. Но я это сделаю. Пишите в комментариях, ставьте лайки, если вы хотите, чтобы я это сделала на видео. Если наберем под этим видео 1000 лайков и комментариев, и мы это сделаем на видео. Короче, ржака полнейшая. Она начала сосать бутылочку, она сейчас часто хочет грудь мамину. Просто до этого как-то не так часто, как будто бы хотела. Еще из хороших новостей, она меньше стала орать, потому что были у нас такие приколдесы. Вот как раз мы ездили в роддом. По-моему, я это вам даже записывала. Я просто уже не помню, на каком моменте мы с вами остановились. Короче, мы ездили на прием к моему врачу, к Татьяне Олеговне Нормантович. Во-первых, у меня все хорошо, она сказала, матка супер. Все сократилось как надо, УЗИ сделали тоже, все отлично. И я ей рассказала, ну, по-моему, я этого влог рассказывала. У меня уже просто, знаете, ну, тогда я недавно снимала, получается. Татьяна Олеговна мне сказала, что у нее была похожая история. И она сказала, что она его кормила в полусонном состоянии, и все было хорошо. То есть, короче говоря, что, типа, возможно, и Аню тоже, возможно, раздражал поток молока. И это не то, что он там какой-то сильный, этот поток молока, или слабый, там типа туго идет, или легко, слишком в рот заливается, что аж давишься. Нет, просто сам факт того, что что-то может затекать в рот. Короче, хрен пойми, но вот мы со Славой тоже обсуждали, что типа, скорее всего, ну то есть просто все выглядит так, что причина какая-то очень тупая. Ну, типа, знаете, это не то, что она пьет молоко, и ей там боль в живот какая-то поступает. Ну, допустим, нет. Или типа то, что она вот пьет молоко, у нее полностью забитый желудок, там, не знаю, кишечник, короче, ей больно от того, что у нее что-то еще прибавляется там в животике, ей от этого больно. Нет, то есть это абсолютно, ну, судя по ее плачу, судя по ее недовольству, скажем так, плачу, это очень какая-то тупая причина. И она вот меньше минуты ест нормально, потом начинает орать, отпускает грудь, орет. И сейчас тоже у нас так бывает, но прям сильно реже стало, хочу сказать. И я понимаю, что это, конечно, выматывает, если честно, потому что у нас кормление, оно не всегда проходит, знаете, вот так вот классно, как в самом начале, когда малыш тебя кушает, засыпает, с тетюлькой улыбается. Вот у нас так было, ну вот, хотя сейчас тоже так бывает, я обожаю эти моменты, поэтому я ее постоянно тоже кормлю и долго держу. У меня уже просто позвоночник весь нафиг в трусы осыпается, но я так счастлива в эти моменты, когда все у нас хорошо, ну, идет, потому что, конечно, когда ребенок плачет, ну, это очень сильно выматывает. В смысле, я привыкла к обычному плачу ребенка. Меня это вообще, знаете, не триггерит. То есть я понимаю, что она плачет, что как бы дети всегда плачут, но типа я из-за этого не нервничаю. Просто я стараюсь решить какую-то проблему. Либо мы голодные, либо у нас там подгузник, либо то, либо на ручке. То есть что-то всегда помогает, проблемы решаются. Но ребенок все равно как бы иногда может покапризничать, поплакать, прежде чем, например, мы что-то с ней придумаем, найдем какой-то консенсус. Ну, короче, и понятное дело, что когда я ее кормлю, я понимаю, что она хочет есть.
и она плачет, и я никак не могу решить, никак не могу решить проблему. Типа, это точно дело не в подгузнике, и мы уже кормимся. Ну, то есть, это такая ситуация, в которой просто, это вот как типа с коликами, нужно просто перетерпеть, переждать, потому что ничего, по сути, другого ты сейчас сделать так-то не можешь. Все, что я могу сделать, это иногда менять грудь, какие варианты я предпринимаю. Если она начинала орать во время кормления, я еще попозже поделюсь, когда у нас совсем эта проблема пройдет, я уверена, что пройдет. И самое главное, просто это перетерпеть, не переходить, знаете, там на какое-то вскармливание, типа смесью из бутылочки, еще что-то. Я уверена, что просто это такой же период, который нужно перетерпеть. И я сразу себе сказала, что мы это пройдем. Я ужасно из-за этого не высыпалась, как раз все это время, что я не снимала влоги. Я, бывало, просыпалась с такими синяками и спала совсем плохо, просто никак. У меня ужасно болела спина, потому что я не могла нормально лежать. А вот просто, как, знаете, мамочки лежат вот так вот спокойно, и ребенок просто сам находит титьку и кушает ее, например. Нифига! Мне приходилось какие-то позы принимать, неудобные для меня, и это неправильно, потому что в первую очередь должно быть удобно маме, когда ты кормишь. Но из-за того, что она орала, еще что-то, я не могу, знаете, вот просто лечь, кормить грудью и уснуть, например. Даже с учетом того, что моя сиська точно ее не раздавит. Ну, то есть, это я не знаю как, это надо как раз надвисать на ребенком, чтобы, типа, уснуть, раздавить, я не знаю. У нас такого, ну, не может быть просто тупо, потому что то, как я ее кормлю, это ей надо самой под сиську залезть, поднять ее, я не знаю. Ну, короче, невозможно. Вот это исключено. Тем более, она уже вообще не маленькая, нифига. Знаете, какая сильная, блин, она мне иногда по сиське может ударить, когда руками своими крутит, вертит. Ну, короче, сильная она, девка у нас уже. Так вот, суть не в этом. Суть в том, что это не та история, что вот я могу лечь, типа, начать ее кормить и как бы закимарить, потом через время проснуться, увидеть, что у меня голая сиська, закрыть ее там как-то, натянуть и дальше спать. Нет! Это, блин, танцы с бубном ночью. Хочешь спать, не хочешь, пофиг. И мне приходится иногда над ней как-то надвисать, и я всегда, практически всегда слежу за тем, как она ест. Потому что мне нужно следить, как она, типа, сосет, если вдруг она сейчас начнет орать, что-то предпринимать. Ну, то есть, вот такая движуха. Еще хотелось бы сказать, вот я видела, что вот, типа, это отказ от груди. Типа, раз ребенок плачет, орет, отпускает грудь, это отказ от груди. Все это херня полная. Ничего, это не отказ от груди, это просто какая-то раздражуха, которую, ну, как бы сложно выявить. Ты никогда не узнаешь, что там ребенку не нравится. Может, туго ей идет, а может, не туго. Потому что иногда грудь как наливается, типа молоком, понятное дело, что ты начинаешь кормить, и ребенок рассасывает, и там прям струя херачит. Может быть, это ей бывает не нравится, но бывает, когда грудь, типа, мягкая, не супер надутая, знаете, наполненная, и она тоже кушает, и она тоже может хныкать. Я думаю, господи, тут-то чё? То есть иногда я могу подумать, что слишком сильный напор ей не нравится. В другой раз я могу подумать, что, наоборот, слишком туго идет. Или, может быть, я иногда думаю, может, там нет молока. Но на самом деле оно там есть, откуда-то непонятно. Хотя она, вот, знаете, бывает реально постоянно висит на мне, и ещё грудь даже не успевает налиться, чтобы вот прям накормить ребенка. Потом я думала, буду кормить её, не по требованию, типа, постоянно прикладывать, а по часам. Сам. Типа каждые 3 часа, чтобы она точно проголодалась, потому что я видела еще такую некую, ну, не закономерность, но что, типа, когда она прям супер голодная, ну, типа, вот 3 часа как раз не ела, она хорошо ест, то есть она прям думает о том, что она голодная, она ест, 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 ее ничего вообще не отвлекает, не напрягает, потому что она просто хочет жрать. А иногда я думаю о том, что, может быть, я ее кормлю, когда она не особо голодная, и ей, может, не вкат... Ну, короче, это сложно. Младенца понять не так легко, но я себе дала слово, что мы пройдем этот этап, я не буду отказываться, ну, как-то, знаете, сбиваться с пути, я хочу кормить ее грудью, как минимум полгода, это 100%, и я для себя приняла такое решение, что как бы сложно не было, а иногда это действительно сложно и физически, ну и морально, просто представляете, ты кормишь своего ребенка, а он постоянно орет. Ну, то есть, это вот... И как я решала, скажем так, эту проблему, так называемую? Вот она начинает орать. Сначала я ее подержу столбиком. Она, например, отрыгнет что-то в воздух. Я думаю, может, в этом было дело. Прикладываю, опять орет. Значит, не в этом было дело. Потом, ладно, кушает, кушает. Потом я ее могу поукачивать на ручках, успокоить. Потом опять дам. Она опять какое-то время поест. То есть, мне же нужно ее накормить, чтобы она поела, уснула. А как еще? Не могу же ей просто не кормить. Потом, значит, что я делала? Я ей даю грудь. Если она отпускает, начинает орать, я ей даю соску. Она соску выплевывает, потому что соска это то, что она не хотела. Она хочет грудь. Выплевывает соску, я опять даю грудь. Я не знаю, можно так делать, нельзя, но у нас это как бы работает в какой-то степени. Я не буду никому ничего советовать, может, так вообще запрещено делать. Это, не знаю,
что-то там как-то плохо влияет в голове, не знаю, ребенок откажется от груди, я не знаю, что мамочки напишут. Мамочки это самые такие ярые, такие, так нельзя. Короче, я не знаю, но нам это помогало, потому что я даю соску, она понимает, что соска, она пустая, она беспонтовая, а ей что-то хочется пососать, но она хочет есть. Таким образом, я могу сделать вывод, что она хочет именно есть, во-первых, а не просто пососать. И после этого я ей даю грудь, и она подольше ее прям ест, а может уже и даже и не будет орать, потому что она понимает, что типа соска это фигня пустая, а вот грудь это то, что надо. Короче, я что только не пробовала, но хочу сказать, что сейчас она уже плачет реже, значительно реже. Я и ночью спокойно ее кормлю, то есть, во-первых, когда она сонная, стараюсь кормить, но опять же таки не всегда это работает так. То есть это тоже не совсем нам помогло. Вот Татьяна Олеговна сказала, что она так старалась кормить. И да, все равно в большинстве, действительно, когда ребенок сонный кушает, его как будто ничего не раздражает, потому что он еще особо не вник, он просто кушает. Ну, как бы, ест и ест. Но иногда бывает такое, что это ее еще больше раздражает, что она спала, а ей тут что-то в рот засунули, она вроде начала есть и хочет. На самом деле это так смешно, потому что иногда вот она спит, точнее, она уже просыпается, я вижу, что она собирается просыпаться, я ей сиську подсовываю, она начинает ее есть, и это так забавно. Я вот думаю, то, что она с закрытыми глазами во сне, понятно, там, по нюху, может, молочка, не знаю, находит сиську, начинает ее кушать. Я могу об этом болтать очень долго, потому что это моя любимая тема. Да не, на самом деле я просто стараюсь поделиться своим опытом. Возможно, кому-то это поможет, потому что я, когда столкнулась с такой ситуацией, я вообще охренела, потому что я не знала, что бывают такие проблемы с грудным вскармливанием. Я думала, что единственная проблема, которая может быть с грудным вскармливанием, ну, даже не единственная, просто, типа, такая проблема, это если ребенок не захватывает правильно там грудь, что типа сосок там, ну, типа, не знаю, болеть может. Вот у нас тоже такое вначале было, но это норма. Это, я думаю, у всех, так, потому что ваша грудь еще не привыкла к тому, что постоянно ее кто-то сосет, еще что-то, плюс молоко выходит. Ну, то есть. А тут получается, что все это как бы начинается. В любом случае, первое время, мне кажется, у всех, ну, хотя бы неделю точно там могли бы быть какие-то и трещины, и не трещины. Вот, ну, у нас с этим лично проблем не было. Вот как раз, может, неделю у меня были вот эти трещины, типа, может, одна-две, не знаю, было очень больно, и иногда просто вот прям, я не знаю, Слава даже говорил, терпи, ну, потому что, а по-другому что я еще сделаю? И это было иногда очень прям больно, когда ребенок начинал сосать через грудь, которая, вы знаете, там, не знаю, была трещина, она только зажила, и снова ее рассасывает, ну, то есть, и ты не можешь никак залечить эти раны на сосках, потому что ты постоянно кормишь ребенка. Ну, то есть, это просто терпеть. Ну, со временем, понятно, потихоньку заживляется, все привыкает. Короче, это не так страшно, это вообще херня полная, ерунда. Это спокойно можно потерпеть. Главное, если хорошо ребенок у вас прикладывается к груди, берет грудь, и вы правильно все делаете. Я этому не училась, просто у нас вот в этом плане получилось само хорошо все, и ребенок хорошо взял грудь. Но видите, у нас другая ситуация. Вот мы с Кариной тоже обсуждали, потому что у нее была как раз ситуация с тем, что ребенок плохо захватывал. Но в итоге сын у нее все хорошо сейчас берет, понятное дело. Вот. И мы просто с ней болтали о том, что все равно у каждой мамочки, ну, типа, своя какая-то такая вот. Ну, типа, не всегда все легко, понятное дело, и у каждого своя какая-то трудность, с которой нужно справляться, свой какой-то опыт, и это абсолютно нормально, и главное просто не сдаваться, я считаю. И если вы хотите кормить грудью, вы будете кормить грудью. Да, возможно, где-то через боль надо будет терпеть, но потом все наладится. Просто нужно знать, что потом все наладится, со временем все будет хорошо. И вот эта ситуация, которая у нас тоже с тем, что она ест и орет, ну, это вообще не кайф, конечно, ситуация нифига, потому что хочется, чтобы ребенок спокойно ел и не орал. Но я уже приноровилась, это, конечно, звучит ужасно, но я понимаю, что просто нужно тупо ждать. Тупо ждать. Сейчас, во-первых, она станет еще постарше. Я уже вижу, что ей все легче и легче все это дается. Ну, то есть в том плане, что уже нету таких оров, криков. Это уже не каждый раз, ну, то есть сильно реже. Вот. И очень часто у нас спокойное кормление, такое, которое вот я люблю. Я уверена, она, которая любит. Она такая большая, я просто не могу. Такой хороший малыш. Так у нас все хорошо, слава богу, наслаждаемся с Анюткой, нам не сложно. Все равно, несмотря на какие-то вот такие мелкие трудности, конечно, да, но все равно мы спокойно и по ресторанам ходим, и в торговые центры. В торговые центры вообще не страшно ходить. Я так, знаете, все время говорю, потому что вот я даже Славе бывает говорю, я всегда представляла, что с детьми сложнее, особенно с младенцами. Ну, типа, мне всегда казалось, что это сильно сложнее, страшнее, что, типа, ты вообще ничего не можешь сделать, никуда выбраться. А по итогу, блин, мы чаще куда-то выходим, ходим по ресторанам, чем до того, как я родила. Ну, то есть,
Но понятно, есть на то тоже причина. Мне неохота тратить время на готовку, и лучше мы заодно, знаете, во дворе погуляем с ребенком, ребенок поспит в коляске, пока мы сидим на веранде, например, на улице где-то кушаем, плюс мы кушаем, и мне не надо готовить. То есть стараемся совмещать приятное с полезным. У меня еще до сих пор не начали выходить влоги с родов, потому что мы покрестим Анютку только 16 сентября, и, мы просто приняли такое решение, хотя вот даже я со своей бабушкой это обсуждала, а у меня бабушка очень верующая, все, и в церковь ходит, то есть, знаете, как вот я тоже говорю, я верующая, но при этом, например, я не хожу там каждое воскресенье в церковь, то есть я верующая, верю в Бога, но при этом, как видите, я там и в астрологию верю, и какие-то приметы, хотя я знаю, что это типа... Нельзя верить в духе, ты не можешь верить в приметы, в астрологию, если ты веришь в Бога. Я это знаю, но вот я такая, я вот верю в то, что вот у меня свое какое-то, знаете. За это тоже, я считаю, нельзя осуждать. Я с бабушкой это обсуждала, я говорю, бабуль, пишут вот так и так, что, как можно верить в приметы, даже не то, что в приметы, в сглаз, например, если ты веришь в Бога. И она тоже говорит, что да, по сути, это такого нету, но есть свои какие-то внутренние штуки-дрюки. В любом случае, мы со Славой верим в такие вещи. И в взглазы верим, хотя это неправильно, наверное. Хрен знает. Знаете, с одной стороны, мне хотелось показать ребенка с самого начала, с первых дней показывать. А с другой стороны, я испытываю такой кайф, что все это время я никому не показывала нашего ребенка. Что это было только наше личное вот это вот время, когда наша дочка, она только наша в духе. Я не знаю, как сказать, она и так будет только наша, понятное дело. Но все равно какой-то вот этот момент, С одной стороны, при этом хочется скорее показать свою дочку вам, особенно тем подписчикам, которые искренне любят нас, ждут там, желают всего хорошего. Реально хочется уже скорее поделиться своим счастьем. А с другой стороны, нету такого, чтобы скорее всем показать. Хочется, потому что я периодически выставляю какие-то фоточки, где чуть-чуть там, видно что-то, лица не видно. И, конечно, хочется делиться, но при этом все равно я хочу, чтобы мы покрестили спокойно и потом уже показать. Что еще у нас любопытного произошло? По поводу того, что Анютка хочет сидеть только у меня на руках сейчас. Хотя у Славы она тоже сидит, но не так много и долго, как у меня, например, может сидеть. Понятно, что от меня и молочком пахнет, да и просто, любит она меня, наверное. Видите, какая малышка? Такая большая. 150 вопросов молодой мамочки. Классный у нас малыш. Очень классный. И малыш классный. Малышка. И жена у меня классная. Малышка. Да. Такие вот мы классные. Такая вот семья у нас. Ничего не поделаешь. Корми ребенка, ты погнали. Ребенок ест. Если ее положить, она проснется. Давайте сделаем эксперимент. Я завидую тем людям, которые впервые встретят ее лично, потому что они для себя открыли целую вселенную по имени Анна Асти. Невероятно загадочный, талантливый. Ты номер один. Этот пледик связала сама моя подруга Надя. Она умеет вязать. Какой бутузик, реально. Чё? Моя рука. Да вроде все нормально. Руками не дергаем, вертолетики не исполняем. Ты решила ее разбудить? Что, выросла, ребят? Сколько мы не виделись? Она сейчас, когда просыпается, она может улыбаться. Она уже все, у нее уже осознанные улыбки пошли. Отвечает нам, гукает. Котенок мамин. Анюткин. Малыш. Малыш. Будешь просыпаться? Она как взрослый человек. Еще из новеньких умелок наших, так называемых, она начала в рот себе засовывать руки. Кулаки, руки, пальчики обсасывает. Вот, видите? Очень часто руки в рот сует. Прям слюнявит. У нее на щеках бывают слюни. Раньше такого не было. Вот. Это значит, какой-то
Нёвенькая у меня счётя. Еще мы на животик когда кладем, она раньше просто головку типа как-то поднимала, знаете. О-о-о, ты посмотри, палец чуть не сосал, палец. А сейчас прям вытягивает голову, шею, прям у нее такая длинная, большая. Думаю, ну, как ты меня пугаешь. Она уже ползти куда-то собирается. Ой, так. Пойдем кушать. Вот как эти младенцы во сне прям начинают есть. Я вот не представляю, что я сплю, и типа кто-то мне, например, чипсы в рот сует, и я через сон такая... Еще из интересностей, у меня ужасно испортилась кожа, но вы об этом, по-моему, и так знаете, я вам рассказывала. Ну, это и так видно, вот. Но, что, ничего не поделаешь с этим. Сейчас, по крайней мере, точно особо ничего поделать не могу. Единственное, что я могла бы сделать хорошего для своей кожи, это не давить прыщи, пить много воды, хорошо питаться. Я воды очень много пью. Ну, прыщи давлю, да, руки сами туда лезут, ничего не поделаешь. Я сейчас редко взвешиваюсь, ну, не каждый день, типа, знаете, потому что я после родов почти каждый день взвешивалась, мне было интересно видеть динамику, и динамика была вау. Просто каждый день что-то прям сильно становилось меньше, потом остановился вес на 64 где-то вес. Ну, не то, что остановился, но прям очень медленно, прям по 100 грамм в неделю, я не знаю даже, и меньше даже спадало, и я думала, что ну все, типа, остановились, дальше я должна прям сбрасывать... типа спортом, активными прогулками, ну что-то такое, типа дальше уже не будет сходить. Но в итоге сейчас я вешу 62,2 где-то, то есть в принципе можно сказать, что... И при этом я не делаю, понятно, ничего для того, чтобы похудеть, просто живу, кормлю грудью, ем. По сути, я ни в чем себе вообще не отказываю, ем, что хочу. Вот так вот я обычно лежу, чтобы контролировать, как она ест. Но это жутко неудобно. Хочу подстричь волосы, потому что они у меня реально капец, как отросли за беременность. Просто взрыв мозга. Они у меня такие длинные, мне кажется, вообще никогда не были. Я даже наращивала, мне кажется, короче волосы, чем они у меня сейчас. Ну, насколько длинные. И это красиво, мне нравится. Особенно, когда я хвост делаю вообще, как Ариана Гранде, блин. Но с ними, конечно, тяжело, потому что с ребенком волосы мешают, понятно. Ну, то есть ты постоянно носишь на руках. Там еще что-то, не знаю. Мне нравится длинный волос, то когда у меня красивый, например, длинный хвост, высокий, точнее, длинный хвост, либо косички, например. Ну, с распущенными мне тоже нравится, но с распущенными с ребенком неудобно. То есть все равно что-то, ну, как-то волосы должны быть собраны. Да даже с хвостом с ребенком неудобно, особенно с длинным. Ну и летом, когда жара, тоже охренеть с длинными волосами. Короче, я вот хочу подстричься, не знаю. Ну, не знаю, тяжело все равно решаюсь на этом, потому что такие длинные волосы. Ну, просто, в принципе, мне не обязательно же там, знаете, сильно коротко стричься. Ну, я бы прям сантиметров, может быть, около 10 даже бы отрезала. Но это немало, это прям вообще немало. Но при этом я бы оставила длинные волосы себе, плотные, классные концы у меня были бы. И не такие длинные, мне было бы комфортнее, чем то, что у меня сейчас, потому что они реально капец. Это моя радость. Раньше я не чувствовала запах прям молока-молока. То есть я же уже полтора месяца мать. И вот такой прям запах молока появился, я бы не сказала, что сразу, нифига не сразу. И вот это, знаете, история о том, что дети молочком пахнут, нифига. Ну, у нас такого не было, что сразу ребенок молоком пахнет. И я такая, ой, какой молочный малыш. Нет. И даже когда я кормила ее раньше грудью, я не чувствовала такого прям, знаете, запаха, вот прям как молоко. Вот как вот молоко вы нальете, понюхаете, вот такое молоко. Вот такого не было нифига. Я, конечно, его так не нюхала, но сейчас даже вот когда она ест, молоко у нее там изо рта, если выливается, или просто даже понюхать туда, куда молоко накапала, то есть будет прям запах молока. Раньше такого не было. Я вот думаю, как интересно. А еще у нас очень много пустышек. Я вам покажу потом нашу коллекцию, вы охренеете, скажете, зачем так много? По вечерам с кайфом смотрим сериал «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, Гарри Поттер, который... Вот, прикольный такой сериал. Я так поняла, что там каждый сезон с одинаковыми актерами, но о разном. Типа сезон на... Ну, как будто другой сериал. Как в этом... «Американская история ужасов». Вот, первый сезон посмотрели, ну, прикольный такой, второй смотрим, тоже смешной, прикольный. Вспомнила шутку из сериала. Себя сам в голове пошутил, сам посмеялся. Очень интересно узнать, когда у меня наступит зрелая лактация, так сказать. Это когда уже нет такого, что грудь наливается сильно и становится твердой, а просто навсегда мягкая. И каждый раз, когда ребенок кушает, ему прям идет молоко столько, сколько вот он типа кушает.
сколько он хочет, а не так, что у тебя грудь налилась просто, и ребенок ест то, что там у тебя налилось в этой груди, скажем так. Я, кстати, не засекаю, сколько по времени она ест. Я раньше засекала в приложении Baby Plus. Это приложение тоже, кстати, от Philips, вот этих Event. У меня было приложение «Беременность», там я вела как раз, ну, все данные вносила про беременность. Смотрела, типа, на каком сроке, какое там развитие у малыша, сколько сантиметров, вес, ну, предполагаемый, понятно, по приложению. Вот, ну, прикольно довольно-таки все это отслеживать. И сейчас точно такое же приложение у меня про уже ребенка, когда он родился, Baby Plus называется. И там очень удобно, можно записывать, там прям есть таймеры, типа, сколько ребенок спит. И вот сон мне нравится прям отслеживать. Хотя все равно я бы не сказала, что, наверное, у нас есть динамика, и я не всегда включаю ночью вообще, я забиваю, если честно, потому что мне неудобно, когда ночью, например, она уснула. Я могу поставить таймер, да, но потом утром я обязательно, или там ночью я забуду его выключить. Раньше я не забывала, сейчас я на это не хочу отвлекаться. Сейчас мне охота уже ее покормить спокойно, дальше лечь спать, ну типа такое, знаете, а не всякие там таймеры, не таймеры включать, выключать. Поэтому бывает, что она у меня спит там типа по 12 часов в духе, знаете. Ну, конечно, она столько не спит, там большие перерывы, накормление и так далее. Или бывает, я кормлю ее 8 часов. Ну, короче, прикол. Просто потому что я таймер включаю, что я, например, кормлю ее правой грудью. А выключить забываю, что я там уже поменяла грудь, и мы уже пошли подгузник менять, и уже уснули 5 раз, и куда-то ушли, по делам, и все. Я такая потом уже только в приложение захожу, чтобы что-то отметить. Я понимаю, что я кормлю ее уже 10 часов. Ну, короче, хрень полнейшая в этом плане. Я сейчас вообще делаю как? Я ставлю таймер буквально на секунду, когда я ее покормила, просто чтобы знать, сколько часов назад я ее кормила. Чтобы когда в следующий раз я, например, зайду в приложение, я вижу то, что ага, 2 часа назад я ее кормила. То есть для меня сейчас важно не время, которое я ее кормлю, а то, сколько времени назад я ее кормила, например. Для меня сейчас вот эта информация более полезная, как будто бы. Хотя все равно бывает так, что вот я ее сейчас кормлю, например, она полуспит, полуест. Ест. Младенчикус. И да, она ест, но, например, сейчас она, когда начнет просыпаться, или я не знаю даже, что бывает, что, например, начнет орать, мы пойдем поменяем подгузник, потом продолжим есть. И как бы я ее, можно сказать, докармливаю. Я ее, можно сказать, докармливаю в течение, там, я не знаю, сколько времени, потому что когда у нас бывают всякие вот эти вот танцы с бубнами, мое любимое выражение, которое описывает данную ситуацию, танцы с бубнами, это как раз-таки вот, ну, приходится как-то докормить, скажем так, чтобы дотало его, чтобы ребенок уже реально наелся и, например, уснул. Потому что бывает, я ее покормлю, подгузник поменяю, все, она не спит. Понятно, что она и не хочет спать, она, может, хочет бодрствовать, потому что я... Говорю, так смешно, я думала, что младенцы больше спят. Это, конечно, готовьтесь. То, к чему я не была готова, потому что я была уверена, что младенцы дофига спят. А когда мы столкнулись с тем, что ребенок иногда днем вообще не спит, ну, типа, знаете, 5-минутки такие покемарил, и такой, все, дальше развлекайте меня, ничего не знаю. Мы такие, да ты конишь, младенец. Не, на руках она всегда уснет. На руках она уснет, только ты все равно не сможешь что-то делать. Но я спокойно к этому отношусь, несмотря на то, что я такая вся мать, которая хочет и тут, и там быть, и все успевать. Ну, как бы я абсолютно с удовольствием могу отменить все свои дела, пофиг вообще сидеть с ребенком на руках весь день. И все равно есть у меня какие-то дела, которые я могу делать одной рукой, например, в телефоне, когда у меня ребенок на руках спит. Понятно, что я как бы это время стараюсь проводить с ней в том плане, что смотреть на нее, запомнить ее маленькой, все это, ну, очень быстро проходит, конечно. Вот я сейчас пересматривала чуть-чуть влоги с недели влогов, и я поняла просто, насколько вообще она выросла. Просто трэш. Ну, получается, 3 недели прошло с недели влогов. До хрена. Я, наверное, буду еще недели влогов снимать попозже. Молочный вкус. Короче, я сейчас собираюсь снять видео о том, что нам пригодилось, что не пригодилось, сколько всего мы заказывали и так далее, и так далее. Потому что столько, сколько всего я заказывала, мне кажется, ни один человек вообще столько не заказывал, блин. Но знаете, что интересно? Мне кажется, нам вообще все, блин, пригодилось из того, что я заказывала. Я вообще в шоке просто, реально. Я, когда вот эти все заказы оформляла на ВБ и делилась этим в Телеграм, типа, ребят, опять заказала кучу всякого там брахла и так далее... И люди там, ну, не то что ржали в комментариях, ну, я сама, по сути, над этим угорала, то, что, как обычно, типа, 90% не пригодится. Ну, знаете, в итоге, охренеть, блин, все реально пригодилось. Я даже не знаю из того, что я заказала, чего не пригодилось. Вот по поводу подушки для кормления, например,
Я где-то отвечала то, что я ей редко пользуюсь, но на самом деле она капец удобная, просто капец удобная. Помимо того, что просто ты ее к себе прицепил и ребенка на ней можешь держать, с этой подушкой, в принципе, очень удобно ходить по дому, когда у тебя ребенок на руках. Да, то есть у тебя на талии прицеплена подушка для кормления, она у тебя прицеплена, от этого ты можешь... Понятно, это не значит, что ты можешь отпустить ребенка, нет, но хотя бы ты можешь не полностью всю опору сделать на одну руку. Ну, короче, я как-нибудь вам покажу, потому что обычно я держу, получается, ее двумя руками, когда ношу. Ну, потому что она тяжелая становится, ясен фиг. Но понятное дело, что если мне надо что-то сделать, взять одной рукой, то другой я сильно напрягаю, чтобы ее крепко держать только одной рукой. Вся тяжесть на одну руку. А когда подушка на тебе прицеплена, ты можешь не так крепко держать, потому что ее попка, например, и ноги, они на этой подушке, которая крепко к тебе привязана. И ты все равно держишь ее одной рукой, но просто, короче, все равно легче носить даже ребенка по дому. И уж сидеть тем более, ну, то есть это вообще. Поэтому на самом деле эта подушка для кормления, она немножко недооценена, скажем так. Просто минус ее заключается в том, что, как сказать, когда у тебя орет ребенок, например, голодный, которого надо скорее покормить, ну, допустим, или просто орет, или ты уже его поднял, неудобно тебе, блин, прицеплять подушку на себя одной рукой, например. Ну, короче, не всегда просто ты хочешь это сделать, потому что у тебя уже время горит, тебе надо уже скорее бежать там кормить, еще что-то. Но на самом деле очень удобная вещь. Но мне она больше даже удобна не для кормления, а для ношения ребенка на себе, потому что ребенок действительно очень много времени проводит с мамой, на ручках проводит и хочет проводить это время. Можно, конечно, как-то, не знаю, стараться... не знаю, в кроватке где-то, сюси-пуськаться, там, не знаю, еще что-то, но я просто понимаю, что для ребенка очень важно это время провести с мамой, вот эти первые 3 месяца, и для ребенка, ну, это прям такое спокойствие, потому что она у меня на руках вообще, ну, она устала, конечно, тоже сегодня спала хорошо, но понятное дело, что в любом случае, например, у мамы на руках она всегда и уснет, и успокоится, ну, то есть это такое прям, ну, не знаю, офигенное чувство, наверное. Как хорошо кушает моя прелесть. Это я понимаю объедение. О, вы гляньте, кто просыпаться собирается. Привет. Привет, малыш. Привет. Проснулась? Кабачок мой. Кабачок. Гу-гу. Гу-гу. Скажи гу. И гу сказать, и тужиться надо. Слишком много задач для одного младенца. Гу. Зацените, какая у нас лысина. Трэш. Просто трэш. Ну ладно, да? Покажи класс. Ну? Пьет. Моя ты булочка, водичка пьет. Молодец. Капец. Я уверена, в комментариях нас за это осудят. Но нам это посоветовал педиатр и не один. И наши родители нас допаивали водичкой. Да. Вот, все понятно. Анютке нравится. Анютка не жалуется. Ребенок хорошо ест, килограммцы набирает. В туалет мы хорошо ходим. А, кстати, я рассказывала, что во влог вам не рассказала, что один разочек у нас стул стал не такой уж и частый. И нам сказали допаивать водичкой, и у нее как поперло дело, реально. И история о том, что типа сначала из груди идет вода, а потом молоко, это все херня полная, потому что точно вода, чистая вода, как надо, из груди не может идти. То есть она все равно какая-то там, типа, подслащенная, не знаю. И уши легкие. Короче, вот эта бутылочка хорошая. Вот такая бутылочка, девочки. Обязательно пусть у вас будет дома. Даже если вы не собираетесь ребенка допаивать водой, потому что об этом куча есть мнений и споров, что это абсолютно не нужно, это только хуже будет, не смейте давать ребенку воду, пока ему там не будет полгода, еще что-то. У всех людей разные на этот счет мнения.
взгляды. Кто-то дает воду, кто-то не дает воду. Нам ни один педиатр и родные все говорят о том, что обязательно давать чуть-чуть хотя бы воды, но нужно. Я сначала припиралась и не давала, но вот сейчас ей скоро 2 месяца, и мы решили, что можно давать. Да? Гу. 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 Так, мы собрались пойти в ресторан, хотя уже 9 часов, обычно в 9 часов мы ее купаем. Но сегодня скупаем попозже, ничего страшного, один хрен она спать не будет. Хотя, я считаю, что, конечно, в таких вещах должна быть, это, одинаковость. Ритуалы, скажем так. Да, младенчик. Младенчиха. А, младенчиха. Видите, какая насоска красивая. На, тятюльчику, да? Сейчас вот у нас вот такая вот трещалочка. Но она слишком длинная, ей прям в лицо хочет. Ванная у нас висит вот такая. Очень классная, она ее обожает. На одни жопки в итоге смотрит. Ну-ка, какой там у нее вид. Вот она младенец, лежит и вот как смотрит. Ну, неплохой вид, я могу так сказать. В целом, мне понравилось. Да, и Анютке нравится вроде бы. Гу? Анюткин? Гу? Давайте пока раскрою, пока мы дома. Гу? Анюткин? Короче, прикиньте, вышли на улицу, тут вообще ночь глубокая. Ну, потому что все, уже темнеет рано. Ну, хотя что, сейчас уже 9 часов. А мы только ужинать идем. Сколько? В смысле? Реально? Так, пришли в ресторан. Поздно сегодня. Мы в это время обычно ребенка купаем, как я и сказала, но... Анюткин, маме надо с папой хорошо покушать, чтобы у мамы было вкусное, сытное молочко. Анютка не расстраивается, потому что иногда она сама дрыхнет в такое время, и мы ее позже купаем. Но в основном всегда в 9 где-то купаем. Раскроем младенца, чтобы он совсем не вспарился. Но сильно я не люблю ее раздевать, потому что я мать такая. А, я могу вот эту херовину закрыть, и ничего, кажется, не изменится. Просто хочу, чтобы она в темноте лежала, чтобы чилила. Сидим, кушаем, заказали сыр сулугуни с хлебушком вот таким лавашом. Я люблю, я суп себе заказала, Слава, цыпленка табака и салаты, как обычно, мы берем. Сижу, читаю комментарии в Телеграм. Я делала пост, типа, ребята, задавайте вопросы по поводу партнерских родов. Будем со Славой видео какое-нибудь снимать на эту тему. Так что выбираю вопросы, в заметки записываю. Анютка дремлет. Вот, все хорошо. Так что будем кушать и болтать о жизни. Мы хотели тебе кое-что сказать, вот, и чтобы ты просто ты готовился. Вот, мы решили, что ты будешь нашим крестным. Нет, он не правильно говорит. Мы тебе предлагаем стать крестным Ани. Ты решил, что не хочешь. Может, ты не хочешь, Юля говорит. Он просто так сказал, что мы решили, что ты будешь. Мы тебе предлагаем, а ты нам скажи, хочешь ты взять на себя такую ответственность? Я хочу. Очень хочешь? Очень хочу. А ты знаешь, что это ответственно? Конечно. Так. Тогда ты должен пойти в церковь. Тогда тебе надо кое-что сделать. Тебе нужно сходить в церковь и прослушать курс молодого крестного. Молодого крестного бойца. Можно как-то поконкретнее? Ну, тебе нужно зайти в церковь, сказать, что ты будешь крестным, и тебе должны там рассказать твои обязанности, и ты все это должен прослушать. И в конце у них попросить бумажку, что ты все прослушал. Это в смысле, не прослушал мимо ушей, а выслушал. И все знаешь. Короче, справка просто нужна специальная для крестных на крестинах. А, нифига, я понял. Ну, короче, ты согласен и ты хочешь, да? Да, да, да. Тогда 16 числа в Москве... 16 числа у нас в Москве будут как бы это... Крестины. Я понял, хорошо. То есть я до 16 числа должен это все сделать? Да. Да. Все, понятно, отлично, календарично записи, давайте, ну, все, давай, теперь готовься. Ну что, Зай, кто ж так предлагает? Мы решили, что ты будешь. Короче, мы решили, что друзья, они
это хорошо. Друзья сегодня есть, завтра нет. Ну даже не совсем так. Хочется начать с того, что у нас нету супер близких, лучших друзей, которые как минимум хотя бы верят в Бога. Для нас это важный критерий, если честно, потому что суть крестных, она еще заключается в том, чтобы крестные молились за этого ребенка, чтобы они его наставляли. Ну, может быть, наставлять можно и не веря в Бога, конечно, но все равно, типа, для меня это важно. Ну, то есть крестным будет Ярик, брат Славы, и моя мама. Вот, очень, конечно, интересно, как это все будет проходить. Я была на крестинах, конечно же, наверное, мне кажется, один раз, когда моего брата Сашу крестили, но мне было там лет, типа, 14. Я уже не помню, как это было. Вот. И беспокоюсь, что Нютка будет плакать, но надеюсь, что... Ну, очень часто такое бывает, что детишки плачут. Не хотелось бы, чтобы Нютка плакала, но стопудово, скорее всего, будет плакать. Это неизбежно, нужно просто это принять. Кстати, меня крестили, по-моему, в полгода, мама сказала. И она говорит, что я орала, как резаная. Я думаю, что, может быть, лучше даже крестить ребенка в более маленьком возрасте. Может быть, ему это будет проще пережить, хотя хрен знает. Так звучит, типа, сложно пережить, ну просто, чтобы он меньше кричал, может быть, меньше, не знаю, все равно, когда постарше, ты больше можешь капризничать, мне кажется. Ты, то есть полгода — это еще не тот возраст, когда ты можешь словами сказать, типа, ну, не волнуйся, все нормально, типа, что ты? Ребенок, ну, может, ну, как бы не поймет так-то. Короче, не знаю, как это будет, но надеюсь, что все пройдет легко, непринужденно, может, повезет, и Анютка будет вообще практически спать все время и искупают, как бы, окунут святой водичке. И может только на этот момент она такая типа, что происходит? А потом опять уснёт. Надеюсь, что так будет. Учитывая, что она у нас водоплаватель, мне кажется, все пройдет нормально. Да, она любит купаться, но она любит купаться дома в теплой ванной, когда мамочка держит ее на ручках, а не когда, например, батюшка берет ее с головой. Хотя я не знаю, как это будет. Так и будет. Наверное, с головой, да? Ну да. И с носом. Ну, да. Поэтому дети рвут. А в чем прикол? Зачем? Ну, посмотрим, как пройдет, я потом скажу свое мнение. Я не знаю, зачем типа с головой, например, с носом прямо окунать, да? Полностью надо омыться. Это же посвящение. Ну да. Каждый раз здесь суп закажу. Каждый раз. Это хорошо, что мне понравился здесь суп. Я считаю, каждый день ем суп. Это вот. Потому что я вообще редко так, типа, супы, не особо фанат. Раньше была. Типа, суп могла там, знаете, года два суп не есть. Такие мы, конечно, приколисты. Мы постоянно либо в ТЦ, либо в рейсике, либо дома. А что еще делать? Ну что? Вот ты будешь ты комментатором, например, зрителем, ага. Ты бы написал, типа, а что вы не пойдете туда? Вот что бы ты предложил? Что, куда еще идти, что еще делать? Вот реально. Не знаю, третий хоп. С ребенком? Ну? Приучать прекрасному. Вообще-то, если туда можно, можно было бы. Конечно, можно. Только вопрос, но... есть ли там комнату для мамы и пап. И пап? Ну да. Для мамы и пап? Да. Это как? Ну, для родителей, так сказать. Куда и мама, и папа с ребенком могут зайти. Прикольно, ты бы так никогда не попал в комнату. Вообще-то, комната мамы и ребенка. Тебя там нету на этой табличке. Ну да. Но. Я Славу с собой беру, он зайцем проскакивает. Угу. Ну, на самом деле, что бы я без тебя делала? Ну, конечно. Вчера мы были в ТЦ. Ну, я считаю, что это по твоей некой вине. До этого мы были в другом месте, меняли подгузник. И, по-моему, аж целых два подгузника. У нас было два с собой подгузника, мы их два использовали в какой-то из разов, типа, в прогулке. А я забыла, что там, точнее, я не знала, что того больше нет, потому что мне их Слава подавал. И когда мы пришли домой, он не сказал, например, что их там нет, и надо туда доложить. И вчера мы были в ТЦ, и оказалось, что у нас нет запасного подгузника. Короче, это был трэш, поэтому пока я кормила в комнате для мамы и ребенка, Слава побежал в аптеку, купил подгузник и прибежал, и все, вот так было. Так, ребят, мы уже пришли домой, и хочу вам показать то, чего я вам еще не показывала. А конкретно у меня здесь собраны все вещи 68 размера и 74. И у меня очень много классных вещей с магазина La Redoute 74 размера. Я заказала как бы на вырост. Не знаю, как вам это все показывать. Я тут подписала, я вам в каком-то влоге давно показывала, рассказывала, что я разложила сюда вещи. Хотя, кстати, вот этот от La Redoute можно оставить. Написано 67. Сантиметров, нифига себе. Я думала, я все 74-го заказывала. От La Redoute, еще тогда, когда приходила к нам вся вот эта мебель в детскую, я еще заказывала вот такие детские костюмчики. Они тоже нам тогда пришли, но я вам так их мельком показала.
когда распаковку делала, да, даже распаковку, считай, никакую не делала. Вот такие вот классные костюмчики, комбинезончики, ну, слипики, не знаю, как их назвать. Они такие довольно-таки даже тепленькие, я бы сказала. Вот один вот такой со слониками. Я его вставлю, кстати, потому что я думала, что я все заказала 74 размера, а это 67. Точнее, 67 сантиметров написано, на 6 месяцев, вот. Не буду убирать в этот ящик шкаф, поскольку это, в принципе, мы скоро, ну как скоро, относительно скоро сможем носить. Вот такой вот, классненький. Вот, посмотрите, как я все сложила. Сейчас вам все это буду показывать, и потом надо будет опять красивенько сложить. Хотя сейчас посмотрим, что тут за размер, ну вообще 74 должен быть. Вот эти все наряды, это все ля-ридут. Вот такие вот бодики, это 74 размер. Тоже 74 размер. Ну, то есть до этого нам, конечно, еще далековато, скажем так. Вот такие, с короткими рукавами. Они там, по-моему, шли типа комплектом. То есть это не по одной выбираешь, а прям комплектом. Ну, это и так видно. Вот такие бодики, они прям вместе и пришли. Одинаковые. Ну, не то, что одинаковые. Вот такой вот. Беленький с ежиками. Чудо. Ой, у меня там полно их. Вот такой. Я надеюсь, что к этому моменту мы будем побольше носить как раз-таки вот эти боди. Но скажу честно, сейчас боди это не самая наша любимая одежда. Даже не знаю, если честно, почему. Как будто бы комбинезоны, вот эти слипы удобнее носить, потому что ты сразу одним махом одел ребенка. А тут еще же штаны типа надо. Не, ну можно и без штанов, смотря какая погода. Вот такой. Очень приятное качество, очень классные рисунки, такие приятненькие тоже, принты. Вот такой вот, видите, я в таких расцветках своих любимых заказывала. На самом деле ребенку надо много одежды. Ну, как сказать, много, если не хотите стирать круглосуточно, хотя мы все равно часто стираем. Вот такой вот бодик, вот такой вот. Очень классные бодики. Обязательно оставлю ссылку. Обязательно оставлю ссылку в описании, так что посмотрите. Такие вот с мышками мне очень нравятся. Они с разными рисунками. Или кто тут? А, тут кошка. Вот дальше мышки пойдут. Короче, такие прям на каждый день. Вот, я думаю, что с, ну, как с возрастом, как раз это 74 размер. Не знаю, это сколько нам будет месяцев к тому моменту, но чем как будто бы старше ребенок, тем проще его одевать. Всякие штаны, не штаны. Просто сейчас, когда я ее наряжаю в боди и штаны, нет, нормально, удобно тоже. Но как будто бы все-таки вот такие вещи... Вот такие комбезы, они поудобнее как-то заходят, когда ребенок маленький, потому что хочется быстро одеть, снять. По-моему, у нас больше нету вещей от Ля Редут. Ребят, сделаю вам еще раз обзор на нашу детскую, теперь, когда она уже вся в каких-то мелочах, деталях, с детской атрибутикой. Еще раз хочу вам рассказать о том, что наша мебель практически вся, которую вы здесь видите в этой детской комнате, шкаф, пеленальный комодик, вот эта кроватка, торшер, между прочим, вот этот комод обалденный, вот эта классная корзина для грязного белья, еще... Вот такая вот штучка. Все это из магазина Ля Редут. Оставлю ссылку на все, что у нас есть. Чуть не забыла про это обалденное кресло-качалку и вот этот чудесный, просто мой любимейший ковер. Я обожаю нашу детскую, она просто обалденная получилась. И, конечно же, она получилась обалденной не просто так, а потому что здесь все настолько мило и настолько в одном стиле. И я просто получаю невероятное удовольствие. Я уже вам рассказывала в каком-то влоге, когда мы эту детскую всю готовили, делали тут такой как бы ремонт, скажем так. Рассказала о том, как мне нравится дерево здесь, что все так красиво сочетается, вообще все такое нежное, обалденное. Я думаю, вы и так знаете, что у нас где лежит, но я сейчас быстренько пробегусь. Хочу начать с этого комода. Знаете, я думала то, что, господи, ну куда нам такой большой комод? Я еще подумала то, что зря я такой большой заказала, будет столько места занимать. В итоге, во-первых, он идеально встал, а во-вторых, он капец какой вместительный, и это просто наше спасение, потому что у нас столько всего. Здесь у нас одежда, получается, первого размера, ну, 56-й в основном здесь размер, и все это мы поносили, я не знаю, сколько раз. То есть, кажется, наверное, не знаю, кажется, может, кому-то не кажется, что много одежды, но на самом деле мы все это носим постоянно, все это постоянно стирается, меняется. Ну, то есть, это к тому, что очень-очень все это пригодилось. И мы уже почти выросли с 56 размера, уже будем переходить на 62. Здесь у меня лежат всякие мелочи, носочки, шапочки, слюнявчики, какие-то бантики на голову, какая-то, не знаю, вот такая вот красота, ну, короче, вы поняли, слюнявчики. Тут у нас одежда 62 размера,
Это все нам предстоит с кайфом поносить. Уже даже немножко жду, потому что здесь столько классных нарядов, которые мы еще не носили. Здесь у нас пеленки, которые мы тоже постоянно используем везде, абсолютно. В коляску, в кроватку, в другую кроватку, в люльку. Просто поносить ребенка на руках, особенно в жару. Вот такие вот пеленочки я использовала просто обалденно. На нашу кровать стелю тоже такие пеленки. Ну, то есть вообще... Тоже все это супер используется, и для этого нужно много места. Видите, у нас довольно-таки много этих всяких пеленочек разных. Тут у меня еще лежат маленькие полотенчики для интимной гигиены, скажем так. Они у меня тут куча разных платочков. Я, конечно, многовато заказала. Думаю, какую-то часть на дачу увезу, но просто они все такие миленькие, не смогла удержаться. Их мы тоже постоянно используем, ну, как бы для кормления. Очень удобно. Здесь у нас постельное белье и полотенце. Все тоже идеально здесь у нас встало. Тут для разных коконов, каких-то матрасиков. Единственная полка вот эта у нас для игрушек, для какой-то мелочевки, которую непонятно куда девать. Вот. Но тоже очень пригодилась. Ну, эту кроватку вы видели. Конечно, Анютка наша на ней сейчас не спит, поскольку, во-первых, она слишком маленькая, чтобы спать отдельно, ну, в отдельной комнате. Но она здесь тоже бывает, проводит время сейчас. Ей почти уже 2 месяца. Я ее сюда выкладываю на животик. Она здесь лежит, играется, смотрит на что-то и на животике лежит. Ну, конечно, не супер долго, понятное дело. Я тут рядом стою. Сейчас эта кроватка больше как инсталляция. То есть, конечно, мы сейчас ее не используем по ее прямому назначению. Но придет тот день, и Анютка обязательно будет здесь лежать. Хотя бы на дневной сон, я думаю, мы скоро уже будем сюда тоже как-то перемещаться потихонечку. Мешочки. Здесь у нас такие вот смотрелки, которые нам очень интересны. Игрушечки яркие. Вот эту она просто обожает. Очень выручала нас не один раз. Такая вот милота, уютность. Торшер этот обалденный. Тоже мне все спрашивали, откуда он. Потому что он действительно очень атмосферный, красивый. Посмотрите, какие красивые блики он создает. Прям супер атмосферно. Пеленальный комодик у нас тоже используется максимально, несмотря на то, что я здесь не так часто меняю подгузник, поскольку в основном мы все это делаем в ванной, там, конечно, это поудобнее сразу подмыть ребенка, но здесь тоже часто все это делаем, тут часто массажи делаем, когда к нам приходят врачи, здесь осмотр проводим, переодеваю бывает здесь, массажи, как и сказала. Здесь у нас хранятся подгузники, влажные салфетки. Здесь также подгузники уже другие, тоже наши любимые. Пеленки. Ну, это как бы, конечно, не все, что у нас есть. Тут у нас еще в шкафу куча разных запасов. Вот в этом отсеке у меня лежит подушка для кормления, которой я тоже пользуюсь. И весы, которыми мы тоже периодически пользуемся. Ну и, собственно говоря, шкаф, который у нас используется просто максимально, насколько он может использоваться. Там у нас разные пледики, одеялки, тут какая-то такая вот атрибутика, мелочь, какие-то уходики, не знаю, шампунчики, что-то такое, молокоотсос, которым, кстати, я до сих пор ни разу не воспользовалась. Здесь у нас типа аптечка, такие палочки всякие, вот. Вкладыши в бюстгальтер, ну и там какие-то всякие штучки-дрючки, и тут еще пеленки. А эта смесь нам дарили, это не то, что мы пользуемся, нам дарили, пока не знаю, что с этим сделать. Так что вот такая вот красота у нас тут. Сверху у нас обалденно расположилась ванночка. Так что вот такая уютная комната у нас получилась, я ее просто обожаю. Прям вообще кайфую. И вот эта корзинка, насколько же она классная. Когда я ее заказывала, я думала, что я буду хранить там пледики всякие, игрушки. Но на самом деле для грязного белья это просто обалденно. И даже не скажешь, что там грязное белье. Подруга связала плед для нашей дочки. Как раз я его положила, чтобы постирать со специальным нашим детским. Так что вот такая красота, уют. Кресло вот это тоже обалденное. Конечно, безумно удобно здесь сидеть с малышкой, укачивать ее и просто... Очень уютно и удобно. Так что, девчонки, мальчишки, оставлю ссылку в описании на все, что я вам показала. На одежду также оставлю ссылку. Вот, обязательно переходите, посмотрите. И вообще у Леры Дуд огромный выбор всего. Посмотрите, какой классный у нас ковер. И у них очень большой выбор разного рода текстиля. И вот эти ковры, и постельное белье, и какие-то такие штуки, одежда, и мебель. Ну просто вообще все-все-все есть. Освещение. Там еще куча разных классных вариантов, дизайнерских, таких стильных. Так что обязательно зайдите, не прогадайте. Для детей огромный просто выбор всего. В общем, мне безумно нравится вот такая штука. Тоже с Леры Дуд.
Здесь у меня хранится вообще просто все. Ну, в основном игрушки сейчас хранятся. Я сюда засунула вкладыши для бюстгальтера, потому что иногда у меня здесь тоже нужно все это воспользоваться. Вот, так что в основном здесь всякие игрушки. Но хочу сказать, что наша дочь, которая еще нет 2 месяцев, ну, получается, ей 1 месяц и 3 недели, когда она здесь лежит, она смотрит на эти штучки, то есть она их уже видит, и ей все это интересно, так что... Ну и понятно, это просто выглядит очень мило, уютно и классное хранение разных каких-то таких штучек. Так что всем рекомендую. Можно здесь хранить подгузники. Я сначала так делала, подгузники у меня тут были, влажные салфетки. Но поскольку в основном мы в ванной все это делаем, как я и сказала, мне здесь показалось прикольнее именно всякие игрушечки хранить. Так что вот такая вот красота. Обязательно буду еще заказывать на Le Redoute, потому что я осталась в полнейшем восторге качеством мебели. Вот у нас уже сколько месяцев все это. Мы давно все это заказали, давно нам все это пришло. Всем активно пользуемся. Мебель действительно очень качественная. Ни разу нас не подвела, не было никаких вообще претензий. Так что я прям конкретно рекомендую. Ку-ку. Сладко. Итак, мы купаемся. Уже на одной руке лежим спокойно. Креветки. Вот так Танютка плавала маленькая, когда была, мы и говорили: ты плывешь! Анютка, ты плывешь! Сами морки. Какие сладенькие. Агу? Агу? Агу! Нюкингу! Агу! Гу! Агу! Гу, малыш! Гу, зайчик! Итак, вот что я имела в виду. Она своей попой лежит на этой подушке, которая на мне хорошенько закреплена. Другой рукой я ее придерживаю, то есть она в любом случае не упадет. Короче, мне прям сильно легче с этой подушкой. Суть в том, что с ней даже ходить легче с ребенком, даже если вы не кормите в этот момент. А я делаю 2 вещи одновременно. 3. Понимаете, младенчик просто уснул. Главное, посмотрите, какой вид. Буду вот так с вами прощаться в этом влоге. Надеюсь, что вам понравилось видео. Хочу сказать, что эта подушка просто топчик. Очень удобно. Вот, посмотрите, я вот так могу ходить с ребенком. Магазин на диване. Я могу сидеть, смонтировать видео, попивать прохладительный напиток. По сути, краситься могу. Единственное, что я практикую такое краситься с ребенком на руках. Но если я хочу что-то себе вот так вот, то, что сыпется, накрасить, я либо отворачиваюсь, либо вообще не делаю с ребенком на руках, потому что я переживаю, чтобы на нее что-то не насыпалось. Ну, какие-то, типа, знаете, тональник вот так вот сделать, прыщик замазать, то, что не будет сыпаться, я могу сделать. Потому что я думаю, блин, ну, ничего страшного. Во-первых, мы ее каждый день купаем, во-вторых, мы выходим на улицу, и ничего страшного, типа, если вдруг на нее чуть-чуть прилетит пудры какой-то, знаете, случайно, так, я стараюсь, понятно, не краситься с ребенком на руках. Может, 1 или 2 раза всего лишь такое было, и то не полностью макияж, а какие-то элементы, типа, закончить, и я отворачивалась, потому что я сама не хочу, чтобы на нее косметика падала, но... Ну, типа, я стараюсь как бы относиться к этому всему делу без фанатизма, потому что я понимаю, что мы выходим на улицу, и там пыль, и что только не летает. От всего ребенка не убережешь, ну, в том плане, что стерильную обстановку для него никак не сделать, да и нет смысла делать, да я, типа, и не стараюсь. Единственное, что мне просто хочется, чтобы дома было не пыльно, чисто, а соски там какие-то грязные в рот я не сую, понятное дело, которые там куда-то упали на пол. Но если эта соска упала где-то, не знаю, в кроватке, понятное дело, что я ей потом ее спокойно дам. Все круто, кроме того, что я сейчас ее переложу, если, то она проснется. Какой хорошенький. Шапку я ей нацепила, потому что у нее волосики, и мы вышли из душа. Ну, это то же самое, что я после душа с полотенцем на голове выхожу. Сейчас я уже ее сниму. Вот, ну просто чтобы мало ли. Хотя мы всегда окна закрываем перед тем, как ребенка из ванны. Ну, даже когда в ванну идем, уже все закрываем, чтобы дома не было ни сквозняков, ничего. Ну, короче. Да и за окном уже не лето, нифига. Я в шоке с этого младенца милого. Просто мой любимый малыш.
Печенюга. В общем, ладно, ребят, я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Да, может быть, он был не супер там длинный и больше болтовни было, но все равно надеюсь, что вам было интересно. Старалась с вами поделиться чем-то, что интересного произошло. Так что пошла в душ и буду что-то делать, типа монтировать, отбирать фотки с фотосессии. В общем, всегда что-то полезное делаю, стараюсь. Так что всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока.